Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Я, честно, не считал. А сегодня какой этап? Пятый? Ну, значит, я почти проехал 5 этапов. Я ехал-ехал, 5 этапов почти проехал. Скажите, за счет чего удалось вам попасть на первое место? В чем секрет успеха? Весь успех в тренировках. Чем больше тренировок, тем лучше едешь. Время на треке прямо пропорционально результату. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Сальников Александр, команда PSM Sport. Хочу поблагодарить трассу, организаторов, Диму Дударева, Максима Матюхина. Хороший чемпионат, нам очень нравится. Вообще мы считаем, что он, наверное, второй после РСКГ по конкурентности, по интересу. Поэтому всегда с удовольствием приезжаем. В этом году получилось, в принципе, проехать все этапы. Трассу эту любим. Я вообще самый первый человек, который по ней ездил. Еще был первый слой асфальта. То есть вообще самый-самый первый спортивный автомобиль был наш. Поэтому для нас эта трасса родная. А так, да, проехали 5 этапов. Удалось выиграть 3-й, 4-й. На первом-втором ехали немножко на другой машине. Потеряли много очков, поэтому провалились. Сейчас на 5-м этапе. К сожалению, в первой гонке была проблема с машиной, откатился далеко. И так посчитали, математически, наверное, Дима уже чемпион. То есть там одно очко мы не догоним, если выиграем. Ну, поборемся сейчас за позицию в гонке, попробуем выиграть финальную, последнюю гонку сезона. Все шло хорошо, был вполне удачный старт. Вот. Я не стал лезть там, в очень такую большую и злую толпу в первом повороте. Даже немножко расширился, дал всем проехать. Гонка длинная, надо, в принципе, не все в первом повороте заканчивать. Все пошло хорошо, потом, значит, я начал прорываться, возвращать себе там позиции, которые я должен был иметь на старте. И потом в 10-м повороте машина потеряла ход. Просто от слова совсем. И все, что я мог сделать, только откатился как можно дальше, чтобы никому не мешать. На этом моя гонка была закончена. Но я выбрал там хорошую позицию. Я развалился в своем боевом кресле и наблюдал за гонкой с очень большим интересом. Ну, как выяснилось, просто оборвало привод. Вот так бывает на торможении в 10-м повороте. Значит, все-таки мы ездим на гражданском автомобиле, который к таким нагрузкам, конечно, не адаптирован. Всего есть предел прочности. Вот он настал. Между гонками всего лишь 1 час. Механики успеют восстановить машину? Я надеюсь, да. Работа под ней кипит. В принципе, замена привода – это не такая уж сложная операция. Я думаю, что да, мы на старт выйдем, так что все хорошо будет. Как твои успехи? Ну, если сейчас дождемся официального протокола, то досрочно за одну гонку до конца, до финала, досрочно стал чемпионом в своем классе. Это гоночная машина «Волга» по требованиям НЛС. И на ней можно сегодня проехать? На ней можно сегодня прокатиться. Сколько кругов? Там по 1.5 круга получается. И как эмоции у людей? Все всегда довольны. Вообще очень давно хотелось попасть в принципе на какие-либо гонки. И я увидела возможность, вообще прекрасную просто возможность попасть к вам. Ну, мне безумно понравилось вообще все, особенно вот всякие картинги, на которых можно кататься там. На машине вторым пассажиром, это очень хорошо. Ну, мне все понравилось там, адреналин, прям все прекрасно. Ты только что проехала на влоге, расскажи, как это было? Я ехала и просто, я это все снимала, я не могла даже повернуть на себя, потому что столько адреналина было. Мы проехали 1 круг,
и он начинает ехать второй, а у меня уже сердце просто в пятки уходит. Я думаю, мы что, второй тоже едем? Какое-то чувство, что вот буквально машина, она сейчас вот и перевернется, все, мы улетим. Это очень, я не знаю, у меня руки трясутся. Кайф. Это очень хорошо. Едешь к нам еще в гости? Конечно. Холодно сегодня, но зато весело. Ты здесь каждый этап. Почему? Я здесь каждый этап. Ну, во-первых, я очень люблю гонки. У меня супруг Дим Лебедев. У него своя большая команда, свои клиенты. Вот, за всех болею, за всех переживаю. И хочется всех поддержать. Привожу с собой кофе, чай. И вот ребята отдыхают в перерывах между гонками. А я, соответственно, смотрю, болею за всех. Ты когда друзей своих приглашаешь к нам на гонки, что ты им говоришь? Зачем они сюда должны прийти? Они приходят за экшеном. Да, всегда. И приводят детей, особенно вот сыновей, мальчишек, всем хочется приехать посмотреть. Привет, меня зовут Александр Викторов. Я являюсь участником клуба АЗЛК «Инов», также одновременно участником Нижегородского авторетро-клуба. У нас в городе есть довольно много интересных машин. Вот, и сегодня, в честь того, что здесь проходит финал этапа кольцевых автогонок, я решил с товарищами посетить данное мероприятие, заодно привезти сюда интересные машины, которые не каждый день на дороге можно увидеть. Вот, мы здесь отдохнем, посмотрим гонку и порадуем своими автомобилями людей, которые пришли сегодня также насладиться зрелищем на трассе. А как ты думаешь, зачем сюда приезжать зрителям? Зрителям приезжать посмотреть очень красивую борьбу. То есть красивая борьба, и борьба не только за лидерство в середине пелотона. То есть приезжают новички, приезжают новые люди, семьи, их родители. Классная у вас развлекательная программа стала. То есть можно и покушать, и приятно провести время. Много там активностей для зрителей, розыгрыши какие-то, что может не радовать, подарки. Поэтому вам большое спасибо за организацию такого классного мероприятия.